отдыхаете. Они видят абсолютно все. Они агенты 550, и они спасут город Чебоксары. Дороги чистые. Уровень воды в заливе в норме. Рыбаки с уловом. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а кого вы сегодня поймали? Сторожку поймал. Россия мелкий. Я отпускаю их мелких. Не дарую их. А вообще, а кого можно поймать? Есть. Карась крупный. До 2 килограмма есть. Человек на велодорожке. Опасность. Внимание. Люди на велодорожках. Новая миссия для агентов 550. Вызываю подкрепление инспектора ГИБДД. Здравствуйте. Здравствуйте. Минутку вашего драгоценного внимания. Спасибо. Вы идете на дорожке для велосипедистов. Видите вот этот знак? В следующий раз, пожалуйста, смотрите на знаки на дороге. Вот. И если вы видите велосипед нарисован, то перейдите на другую часть дороги. Все. Здравствуйте, можно вас на минутку остановить? Вот видите, здесь вот этой полосе должны кататься на велосипедах. Здесь должны ходить люди. И у нас велосипедисты жалуются, что пешеходы ходят не на своих дорожках. Вы смотрите, когда вот проходят, вот опять там люди пошли. Там даже велосипедисты? Да, вот видите, да. Вы это когда делаете, я не знаю. Давно уже. Остановитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Вы почему ходили на месте, предназначенном для водителей велосипедов? Вы видели вот этот знак? Велосипед нарисован. Внимания не обратили. Ну, на будущее гуляете по заливу, все-таки смотрите, где можно и нужно ездить велосипедистом, а где нужно ходить пешеходом. Потому что создается аварийная ситуация, могут получить травмы и пешеходы, и водители велосипедов. За прогулку по велосипедной дорожке нет штрафа. Но это не значит, что люди имеют право мешать друг другу. Помните, сегодня вы идете по этой дороге пешком, а завтра сядете на велосипед и наоборот. Ребят, почему вы катаетесь на пешеходной дорожке, если рядом имеется велосипедная дорожка специально для вас, велосипедистов? Вы знаете, что согласно правилам дорожного движения, велосипедисты на тротуарах, обочинах, пешеходных дорожках и в пределах пешеходных зон, если они создают помехи, мешают пешеходам, то они должны слезть с велосипеда. Мы хотим вам вручить памятки с правилами для велосипедистов, чтобы вы больше никогда не забывали о правилах безопасности. Протяженность велодорожек в Чебоксарах 17 километров. Любимое место – 4-километровая трасса на набережной. Также уверенно передвигаться по своей территории велосипедисты могут по центральным улицам Карла Маркса, Ленина, Гагарина. В год 550-летия появились велодорожки и в Дорис-парке. Здравствуйте, мы агенты 550, и мы следим за порядком в этом городе. А где в ближайшее время планируете еще построить велодорожки? Значит, мы над этим работаем. При проектировании реконструкции дорог, если брать ближайшие, наверное, перспективы, это реконструкция улицы Гражданской, там планируется тоже велосипедная дорожка, то есть это велосипедная дорожка для юго-западного района. А есть какие-то правила для велодорожек? Например, их ширина и разметка? Ну, смотрите, велосипедист, да, это не пешеход, он, в принципе, прямо ехать не может, и едет он практически с отклонениями. И поэтому ширина, минимально безопасная ширина велодорожки для движения в одну сторону –
составляет около 1 метра. Поэтому все наши велодорожки, там, где позволяет, естественно, тротуар, мы стараемся делать, если это двухсторонняя велодорожка, то она шириной минимум 2 метра у нас, для того, чтобы беспрепятственно велосипедисты смогли двигаться навстречу друг другу. На тротуарах размечена как пешеходная часть, так и велосипедная часть. Поэтому большая просьба к чебоксарцам все-таки быть взаимовежливым, соблюдать правила движения как по пешеходной дорожке, так и по велосипедной дорожке. Ведь все начинается даже с таких мелочей. Велосипед – это транспортное средство. Его водители должны заботиться о безопасности и помнить: нельзя управлять велосипедом, не держась за руль. Нельзя кататься в наушниках и разговаривать по телефону без гарнитуры. Нельзя перевозить груз, мешающий управлению. Пересекать пешеходный переход все велосипедисты, независимо от возраста, могут только пешком. То есть перед пешеходным переходом нужно остановиться, слезть с велосипеда и переходить дорогу по пешеходному переходу пешком, при этом велосипед катить рядом и постоянно глядя по сторонам. За езду на велосипеде на пешеходном переходе предусмотрен штраф 800 рублей. Эти и другие правила для пешеходов и велосипедистов указаны в специальных буклетах ГИБДД. Поможем распространить памятки среди чебоксарцев. Наша миссия сегодня выполнена на отлично. У агентов с двумя пятерками по-другому и быть не может. До встречи на улицах города! Ходите по дороге!